Дорогие коллеги, добрый день. Очень приятно, что вы присоединились к нашему вебинару. Пожалуйста, напишите, если видно и слышно. Напишите, пожалуйста, в чат. Вот, спасибо большое. Вот, вижу, печатают плюсики. Спасибо. Спасибо вам огромное. Как всегда, спасибо большое всем, кто присоединился. Очень приятно. Вот, я уже вижу, что много наших постоянных слушателей и зрителей. Вот, очень приятно, что у нас как-то начал оживать рынок. Вот, и сейчас мы, то есть я представитель сети отелей «Ротана». Спасибо огромное вам. Мне тоже очень приятно вас видеть. У вас он на линии, конечно же. Вот, меня зовут Надежда. Я представляю сеть отелей «Ротана». Это крупнейший гостиничный бренд Ближнего Востока. У нас около 70 отелей в 13 странах мира и около 30 отелей в Эмиратах. Вот, но мы, конечно, про все 30 сегодня говорить не будем. У нас сегодня по плану такая ситуация. Сначала я расскажу вам про Дубай, но даже я расскажу вам подробно про три отеля, про их новости, то, что происходит нового. Это Амваш Ротана, Роуз и Тауэрс. Потом немножко скажу еще про Джумейру Ротану, и в конце у нас будет розыгрыш ваучера. Это будет первый час. Сразу после, то есть в 2 часа по московскому времени, сразу после этого вебинара у нас будет вебинар по Абу-Даби. Абу-Даби сейчас открылся, как вы знаете, но для вакцинированных туристов. То есть, в принципе, они пускают всех, но там без вакцинации, к сожалению, попасть очень сложно куда-то. То есть, практически... То есть, конечно, надо отправлять вакцинированных туристов. У нас сейчас Россию перевели на зеленый лист. Насколько я знаю, Украина уже давно на зеленом листе. И на самом деле не важно, с какого листа сейчас у нас летят туристы в Абу-Даби. Самое главное, чтобы у них была вакцинация. Вот. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат по ходу. Я постараюсь на них сразу же отвечать, потому что у нас отелей много, и я буду сразу по ходу презентации отвечать. После того, как я расскажу про отель Holiday Palace во втором часе, выступит моя коллега, которую зовут Жанна. Она у нас представляет отель Садият Ротана. У нас сейчас замечательная новость с прошлой недели. Мы начали тесты, которые необходимо делать в Абу-Даби на 6-й день. Отель Садият будет делать у нас в отеле, и они включены в стоимость. Она про это вам расскажет тоже обязательно. И третьим часом, то есть в 3 часа по московскому времени, у нас будет выступать отель Гранд Ротана. Тоже будет прямое включение с моей коллегой, которую зовут Инна. Она будет рассказывать в подробностях про отель Гранд Ротана в Египте. Целый час, вот сейчас это такое новое направление, да, Шарм-эль-Шейх. Вот, у нас там очень большой отель, 526 номеров. Он такой достаточно, он интересен тем, что там совершенно фантастический риф. И номера от самых бюджетных до самых дорогих. То есть отель представляет, он огромная территория. И он, конечно, очень популярен и известен у нас на российском рынке. И в конце каждого часа мы будем разыгрывать ваучер. То есть в конце первого, в конце второго, в конце третьего у нас есть ваучеры для вас. Поэтому слушайте, пожалуйста, внимательно. Вот, а мы переходим к нашей презентации. Кстати, я вам хотела сказать, что Гранд Ротана будет разыгрывать ваучер на 3 ночи на all-inclusive. Поэтому кто-то выиграет, там не просто будет ваучер на 3 ночи, а еще к тому же all-inclusive будет на 2. Вот. А мы с вами двигаемся дальше. Сейчас я тогда переключаю. Так, извините. Презентацию. Несколько слов о нашей сети. Ну, просто напомню. У нас всегда во всех наших отелях, конечно же, бесплатный Wi-Fi. Но мы вообще арабская гостиничная сеть, но большинство наших отелей лицензировано алкоголем. Если вы продаете, вы, наверное, знаете. Если не знаете, вот сейчас я вам расскажу. У нас есть некоторые отели, которые не лицензированы алкоголем, но можно алкоголь привезти с собой. Если употребляется в номерах, то никаких проблем нету. Они просят, ну, как говорится, все хорошо, что в меру. На самом деле, вот, даже без алкогольных отелях, в номерах можно употреблять алкоголь. Также у нас есть всегда во всех номерах чай, набор для приготовления чая, кофе и вода в неограниченном количестве. То есть, если вы выпили бутылочки с водой, вам не хватило, вы можете попросить, вам в неограниченном количестве их предоставят. Это в Эмиратах. В Египте немножко другая ситуация, вам расскажет про нее Инна. Также у нас всегда основной ресторан – буфет. Систему питания у нас всегда можно выбрать. Это не обязательно all-inclusive или что-то всегда BB, half-board, full-board. В общем, у нас очень много систем питания. Вот, я расскажу про какие-то основные, но тут еще очень много зависит от того, какие системы питания считают туроператоры. Они немножко меняются у нас от сезона к сезону. Я вам про последние изменения расскажу.
Вот. Основной ресторан у нас всегда буфет, всегда интернациональная кухня, всегда есть детское питание, есть диетическое питание. Также у нас всегда, если размер номера свыше 35 квадратных метров, действует Kids Goes Free система называется, 2+2, то есть двое детей до 12 лет с одной доп-кроватью проживают бесплатно в номере с родителями с одной дополнительной кроватью. Но в некоторых отелях, таких как Амбаш, например, у нас сейчас стоит софа, ее можно разложить, и можно двоих детей положить отдельно. Я про это вам еще сегодня покажу и расскажу. Также инфанта до 2 лет мы не считаем. Люльку мы предоставляем бесплатно. Даже у нас были запросы на 2 люльки. В принципе, если они, ну, они обычно помещаются в номер. Вот, и мы 2 люльки предоставляем бесплатно. Вот, а мы с вами двигаемся дальше к отелю Амбаш Ратана. Амбаш Ратана – это наш бестселлер в Дубае. Я вам сегодня покажу по нему несколько новых видео. Он находится на таком замечательном пляже GBR. Но это такая очень интересная, как бы, скажем так, это такая набережная. Там очень много всяких кафе, ресторанов. У нас нету своего пляжа, то есть пляж общественный. Но при этом пляж совершенно фантастический. Он находится прямо перед отелем. Вот. И спуститься на пляж, вот здесь вот нарисована машина, там есть такая маленькая дорожка, можно минуя эту дорожку. Вот. На самом деле, те, кто, как бы, там очень хороший вход в воду, вот, совершенно потрясающее море. Ну, этот пляж, вот так вот, например, он выглядит на картинке, но сейчас я вам хочу как раз показать новое видео. Наш отель вот такой высокий, он стоит как раз на заднем плане. У нас в отеле 301 номер и все номера с балконами. Все номера имеют прямой или боковой вид на море, и все номера открывают потрясающий, совершенно имеют вид панорамный на море, на пальму Джумейра. В общем, можно у нас там, знаете, даже на кровати лежать, вот смотреть на море. Вот этим, конечно, этот отель привлекательный. Хотя пишут, что он у нас был несколько раз лучшим отелем городским Ближнего Востока, но тем не менее пляж находится прямо напротив. Сейчас я вам хочу показать первое видео. Вот сейчас я перейду на видео, а где у меня видео? Вот. Как раз который... Так, а как мне выйти, вот мои коллеги, если покажут, потому что я хочу не это видео показать. Там у меня должно быть несколько видео. Вот, да. Этот вид снимали гости из окна на набережную Джумейру, то есть и на то, как выглядит пляжный клуб. Да, вообще, чем выше номер, конечно, тем вид лучше. На самом деле у нас даже с 3-го этажа, где находится бассейн, потрясающий вид. Вот у нас проживал на 12-м этаже, по-моему, у нас, скажем так, турист. Он еще заодно был журналистом и фотографом. И он снял вот такой вот вечерний вид из номера, из балкона. Вот как выглядит эта набережная. Подвисает видео, по-моему, немножко, да, вот тут вот, я не знаю. Я еще хотела второе видео вам показать. Это перед отелем у нас замечательный променад, но опять только вот не знаю, может мне технической поддержкой помочь пролистать. Это хорошо, давайте это посмотрим. Это видео у нас, это пляж Джумейра днем, на самом деле, как это все выглядит днем. Давайте посмотрим его так, так будет проще, наверное, сразу. Вот. Есть у меня там еще одно видео, где вечерний вид этого пляжа. На самом деле, там очень хороший променад. Вот он как раз. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вечером можно погулять перед отелем. Ну вот, как раз перехожу назад к презентации. Знаете, стройки, там уже, по-моему, все застроили.
Сейчас, извините, пожалуйста, презентацию я... Вот, презентация, вот. Все, что можно застроить, уже там вокруг застроили. Там совершенно цивилизованная зона. Тот, кто хочет отдыхать в такой, знаете, хорошей курортной зоне, вот, грубо говоря, это здесь как раз. Вот, и, знаете, у нас о Тамбаже очень много хороших отзывов. Вот, недавно, как вчера, только туристы вот писали о том, что какой домашний хороший наш отель и какое хорошее питание. Ну вот, в принципе, этот пляж, он называется The Beach. Это общественный пляж. Вода чистая, да-да, там. Но на самом деле нет, вода чистая. Здесь очень хороший вход в воду и очень хорошее такое море. Вот. В Эмиратах все-таки море у нас. Есть такая плавательная конструкция у нас напротив. Ну вот сам пляж. Если вы обратили внимание, там есть лежаки, но многие лежаками не пользуются. Потому что они идут с дополнительную плату. У нас у отеля, поскольку нет своей зоны пляжа, мы просто выдаем сумочку, либо можно бесплатно взять полотенце и пойти на пляж. Потом можно вернуться, я вам сейчас покажу, на зону пляжа, и там у нас полно лежаков на территории отеля. Колесо обозрения прекрасное, которое вы видели, оно достроено, но вот обещают, что в ноябре его запустят, пока еще не запустили. Оно даже вроде как подсвечивает с каким-то красивым цветом. Вот такие вот виды из окон открываются у нас с балкона. Вот. Но, к сожалению, это колесо обозрения еще не запустили. Вот. На пляж вот такие вот еще вот такой вот вид, пожалуйста, у нас открывается. Можно совершенно, вот и из окна тоже сделана эта фотография на пальму Джумейран и Атлантис. Как раз все это из всех номеров открывается такой потрясающий вид. Ну вот еще несколько фотографий, которые сделали наши туристы, я тоже добавила. Вот это вот виды сверху, которые они сделали из окна. Это то, как выглядит пляж, на котором все купаются. Единственное, что эта фотография сделана без солнца. Нету такого потрясающего, знаете. Ну, может быть, это даже и хорошо, потому что это немножко... Это конец сентября, по-моему, начало октября, когда нет солнца, когда еще даже так достаточно жарковато. Вот. А вот эта зеленая территория отеля... огромная, которая находится на третьем этаже. У нас там находится бассейн, и вот вы видите на самой нижней правой фотографии такой домик, там находится у нас лифт, и можно спуститься и буквально 50 метров пройти, и вы оказываетесь на пляже, минуя всякие дороги. Потом вы поднимаетесь на лифте и оказываетесь у бассейна, у нас всегда есть свободные лежаки. Вот, можно совершенно спокойно здесь провести время, очень хорошо. Вот так вот выглядит эта зона. Вот как раз наш бассейн, с которой и вот этот вот домик с крышей треугольной, можно спуститься и попасть на пляж. Отель выдает сумку, но сейчас эта сумка, она раньше была бесплатная. Бассейн от дорог, да, бассейн над дорогой. Но дорога не шумная, я вам скажу. По дороге ездят только такси, на самом деле. Бассейн находится на третьем этаже, дорога проходит под ним. Вот, отель выдает такую сумку. У нас в сумке лежит у нас два полотенца, зонтик, лежанка и холодильник с водой и со льдом. Раньше она была бесплатная, сейчас они берут с нее 20 дирхам, но, в принципе, можно не брать эту сумку, то есть вы каждый день получаете новую, 20 дирхам, это надо умножить, у нас 1 дирхам примерно 21 рубль сейчас, где-то 400 рублей. Но можно и не пользоваться, и можно бесплатно взять полотенце и совершенно спокойно пойти купаться на пляж, как многие делают, а потом просто вернуться и полежать у бассейна. Вот в этой прекрасной зоне. Тем более, что у нас все имеют открытые, там все рестораны имеют открытые террасы. Вот, и получается, что можно заказывать дринки во всех ресторанах, допустим, если вы проживаете по системе, все включено. Но об этом я вам немножко попозже расскажу. Повторю, что у нас 301 номер, все номера с балконами, и все номера имеют вид на море. Минимальный размер номера у нас здесь 42 квадратных метра. Помимо этого, это самые большие номера на GBR. У нас 42 метра здесь. Это классик. Он имеет такое полубоковое окно, но с большим балконом. Вот. И если обратите внимание, вот этот диванчик, который у нас такой с синими подушечками, он раскладывается во всех номерах и превращается в вот такую кровать. На нее можно положить двух детей. То же самое в... Это у нас Deluxe Room. Вот, ну, это с балкона. Виды потрясающие. На балконе у нас всегда столик и креслица стоят. Вот. Deluxe Room на нас имеет прямой вид на море, вот, соответственно, и то же самое, там точно такой же диванчик, и он точно так же раскладывается, вот, если вы обратите внимание, как раз. Также у нас Premium Room, но Premium Room, они более высокие, имеют, на более высоких этажах, имеют такой более потрясающий вид, конечно. Premium Room совершенно фантастические виды открывают на море, вот, ну, и вот такие вот виды с балконов.
Также у нас есть здесь свиты от 87 квадратных метров. Они огромные. На самом деле у нас отель в 2007 года постройки, но он находится в достаточно хорошем состоянии. У нас всегда делают косметику, то есть, конечно, может быть, дизайн не самый современный, но очень хорошо, ну, то есть у нас нареканий на номера нет. Если вы знаете, они строят там те санузлы из мрамора, все на века сделано, все постоянно обновляется, телевизоры, подушки, одеяла меняются постоянно. То есть, может быть, капитального ремонта не было, но по номерам у нас, 2007 год постройки, не такой старый, конечно, нет. Но он все время обновляется. И у нас, конечно, вот, например, посмотрите, как выглядит ванная, она как будто, и нельзя сказать, чтобы она очень старая, у нас всегда обычно есть ванная, душевая кабина, полный набор принадлежностей. Вот, и президентский сьют у нас 130 метров в этом отеле, он такой-то сам большой номер. Но все сделано из дерева еще, все сделано из натуральных материалов, вот, то есть они, конечно, делают так, на века и добротно очень. Вот как раз на заднем плане у нас бассейн в районе третьего этажа. И вот здесь вот из этого домика можно спуститься вниз и попасть сразу на пляж, на этот пляжный клуб, минуя всякие там дороги и все остальное, а потом также подняться и прекрасно полежать в бассейне. Вот у нас также есть зона, у нас есть спа, при нем сауна, парная, джакузи бесплатно. Теперь уже все открыто, все ограничения сняты, у нас сейчас нет. По Дубаю единственное, что нельзя ходить без маски, за это штрафуют. Но на пляже, конечно же, можно находиться без маски. В маске в отеле надо находиться только на ресепшене. Так, в принципе, вот в маске находиться во всех, ну, там, у бассейна или где-то не, совсем не обязательно. Вот, кто-то говорил, что там летают какие-то хеликоптеры, смотрят, нет, на пляже на самом деле можно загорать, ну, абсолютно спокойно. Спа у нас открыто, работает. Детские клубы у нас сейчас открылись. У нас пресс-спа, сауна, парная, джакузи. Детские клубы тоже открыты у нас с октября. Фитнес-клуб у нас работает. На улице, к сожалению, да, по городу нельзя ходить без маски, но это правило Дубая. Они могут оштрафовать. Ну, а можно, конечно, так приспустить, но, в принципе, если туристы, они первый раз подойдут, сделают замечание. Но вообще считается, что в городе ходить без маски, к сожалению, нельзя. Фитнес-клуб у нас так раздвинутый тренажер, детский бассейн и детский у нас стендом от солнца, детский клуб у нас открыт. На самом деле детской площадки на территории отеля нету, но у нас, если вы выйдете на пляж Джумен, который GBR, там полно всего для детей, всяких развлечений, и, в общем, как раз это тоже одно из преимуществ, почему берут этот отель. Вот, по питанию. Вообще питание, ну, нельзя так говорить, но у нас хвалят всегда мы, вот давеча как вчера мне звонили, опять говорили, какое же хорошее питание в вашем отеле. Спасибо огромное, конечно, большое за отзывы. Вот, у нас здесь есть основной ресторан, который называется Horizon. У нас всегда в основном ресторане еще работают повара, допустим, если у кого-то какие-то специальные запросы, то они всегда все выполняют. По системам питания сейчас у нас в этом сезоне следующее. У нас здесь есть завтраки. Хавборд, Хавборд плюс. Хавборд плюс подразумевает основной ресторан, и если плюс, то у вас либо один алкогольный, либо два безалкогольных напитка включены, если плюс. То же самое фуллборд и фуллборд плюс. Если фуллборд, то, соответственно, просто питание в основном ресторане, завтрак, обед и ужин. И, соответственно, если фуллборд плюс, то либо один алкогольный, либо два безалкогольных напитка включены. Но есть у нас, конечно, еще система все all-inclusive, я по поводу них расскажу. Есть еще, сейчас они сделали новую систему питания Dine Around. То есть, например, вы можете взять half-board Dine Around, full-board Dine Around и all-inclusive Dine Around. Тогда у вас будут включены все рестораны, вот, и, соответственно, со всеми алкогольными и безалкогольными напитками. Вот. Следующий ресторан, который у нас, ну, это вот у нас открытая терраса есть при отеле. Обязательно. Также у нас есть ресторан Бенихана. Вот если брать Dine Around, то он будет входить, конечно же, туда. Также у нас есть итальянский ресторан Росса. Раньше, вот сейчас он входит у нас только в систему Dine Around.
Вот. И также у нас здесь есть еще гастропаб английский. Здесь у нас, если не ошибаюсь, часу до 10 вечера happy hours или там что-то. В общем, у нас какие-то happy hours бывают постоянно. Здесь такое еще меню английское, американское, стейки, бургеры. И плюс еще огромный выбор алкогольных напитков, безалкогольных. Есть живая музыка здесь у нас еще. Вот развлекательная программа, а также здесь есть телевизоры, на которых можно смотреть спортивные программы. Очень популярно. Здесь есть, по-моему, если не ошибаюсь, четверг вечером Ladies Night. То есть девушки получают три талончика и могут пить любые алкогольные напитки бесплатно. Три из нас. По системе питания. Вот здесь вот все включено. Единственное, я ее не обновила. Сейчас у нас в систему, если брать просто все включено, Россо не входит. Но алкогольные напитки остаются все. Допустим, если вы берете все включено, то основной ресторан плюс большой выбор алкогольных и безалкогольных напитков можно брать в баре у бассейна, а также в ресторане Росса и в Бенихане. У них у всех есть открытые террасы. Вы как бы, если у бассейна сидите, то можно там что-то заказать. Вот. И вот эти вот, ну, в принципе, у нас обычно гости не жалуются. Вот здесь вот все. Потом, как вы понимаете, алкоголь производится в Эмиратах не местный, достаточно хорошего качества. Вот. Здесь это все. Также у нас из отеля Амваш ходят шаттлы. Они их увозят в молл. Mall of Emirates, вот расписание, но на самом деле эти шаттлы присылают сами моллы, поэтому расписание стоит на ресепшене, можно подойти, вот, и также у нас еще в Дубай Outlet Mall ходят трансферы. Если вы хотите доехать до парков, Дубай Паркс, например, то там буквально 20 минут на такси. Трансфера у нас, к сожалению, нету, но вот есть вот, до метро 10 минут пешком от этого отеля. Это что касается отеля Амваш Ратана у нас. Мы с вами двигаемся дальше. А, про Амваш Ратан у меня еще есть видео. Подождите, сейчас, секундочку, хотела вам показать видео. Это не оно. Можно? Я не знаю, как, извините, пожалуйста, техническая поддержка. Как мне пролистать дальше? Это по Роуз Райхану видео сейчас стоит. Скажите, Амваш, там оно называется Амваш Main Video или что-то такое, извините, пишет мне. Вот, точно, вот оно. Сейчас я вам покажу видео по отелю Амваш Ратан, ну, про отель. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Мы с вами по презентации тогда двигаемся дальше. Переходим к нашему следующему отелю, который называется Роуз Райхан. Роуз Райхан – это четверка. Он стоит у нас в самом, скажем так, сердце Дубая, как говорят, на улице Шейх Заед Роуд, на самой центральной части, с самыми высокими зданиями. Вот он такой на фотографии синенький. Вот он построен был в 2009 году. И стал самым высоким отелем в мире. Но в 2012 году кто-то построил более высокий отель. Тем не менее, там очень красивые виды, он до сих пор очень популярный. Вот. И, в принципе, он все равно достаточно современным отелем у нас считается. Сейчас я вам дальше расскажу поподробнее. Также у нас здесь 72 этажа. У нас здесь вот на фотографии, по-моему, 462 номера. Нет, нету фотографии. Номера начинаются с 9 этажа.
Вот здесь вот лучше все-таки на фотографии посмотреть. Вот. Номера начинаются с 9-го этажа. Конечно, вот эти с высоких этажей потрясающие, совершенно фантастические. Из многих номеров у нас открываются виды на море, потому что там с высоты прям весь Дубай видно. У меня даже есть видео по этому поводу. Единственное, что он Райхан, он безалкогольный у нас. Но алкоголь можно привезти с собой. Ровно напротив отеля у нас стоит станция метро. И через дорогу находится также наш отель Таурис Ротана, про который я тоже буду вам рассказывать. И он полностью алкоголем лицензирован. Буквально, даже не больно, одна ровно станция метро до основных достопримечательностей Дубая. Это поющие фонтаны, Дубай Молл, вот, и Бурдж-Халифа. Вот, также из этого отеля у нас ходят трансферы на пляж Ла-Мер. Ла-Мер – это тоже бесплатный такой же открытый пляж, ну, примерно как GBR, вот, и они, количество этих трансферов там, ну, они увеличили его за последний год, вот, они единственное время немножко меняют, там, в зависимости от того, как гости хотят ехать на пляж, то есть они стараются подстроиться под гостей и под сезон, вот. По размещению, сейчас я вам расскажу про типы номеров основных, но у нас будет очень хорошее видео, даже два. Одно видео, которое старое, может быть, кто-то уже видел, а второе видео, которое они сняли. Классические номера у нас здесь от 28 квадратных метров, у нас дальше Deluxe номера от 32, также у них есть премиум номера, Sky Premium, такие с великолепным, совершенно фантастическим видом на Бурдж-Халифу, вот. Вот так вот выглядит классический номер. Но, опять-таки, отель 2009 года постройки, но нельзя сказать, что он очень старый. У нас косметику делают постоянно. Вот они, там девушка вам расскажет видео, они обновили лобби. У нас постоянно телевизоры, подушки, матрасы, ковры, все это обновляется. И сантехника, в принципе, тоже достаточно хорошего качества. Сделано на века, все из мрамора, вся ванная у нас. Вот это как раз у нас Deluxe Room 32 метра. Вот. Ну, и, соответственно, у нас здесь есть еще family rooms, interconnected номера. То есть family rooms можно поселить до 6 человек. Вот. Ну и вот, например, Sky Premium Room вот с такими потрясающими видами. Но вид на море я вам потом покажу. Вот Classic Suite. Suite уже, соответственно, отдельная комната, отдельно гостиная, отдельная спальня у нас будет. Вот. И там всегда еще во многих номерах, не всегда у нас во многих номерах здесь есть китченеты. Но мы просто не можем гарантировать, в Family Room он будет точно. Вот шаттл бесплатный. Да, шаттл, конечно же, бесплатный. Шаттл бесплатный, ходит на пляж. Вот. На самом деле, в принципе, за счет цены этот отель у нас, он такой получается достаточно бюджет. По качеству на качество здесь очень хорошее сочетание. Вот, и у нас сейчас поменялся недавно здесь генеральный директор. Он очень много сделал для того, чтобы это стало привлекательно для российского рынка. По системам питания я вам тоже расскажу. У нас здесь вот такие потрясающие виды открываются. Ну, конечно же, Club Ротана у нас есть со своими бенефитами. Но я эту презентацию пробегу быстренько, потому что у нас потом будет два хороших видео по этому отелю. Вот. Рестораны и бары, я вам скажу, у нас этот отель безалкогольный, поэтому у нас по системе питания здесь у нас есть только Half Board Plus, Full Board Plus, ну и BB, потому что у нас основной ресторан, Pendleton называется, здесь получается очень хороший буфет и безалкогольные напитки включены. Вот, либо Half Board вы берете, вы выбираете обед или ужин. Ну, есть еще кафе в лобби Роуз у нас. Вот так вот выглядит основной ресторан Pendles. Вот кафе в лобби и бар у бассейна. Бассейн у них пристроен сзади с очень таким тоже красивым, интересным видом. Там, как бы, знаете, на 4-м этаже есть переход. Вы переходите, попадаете в зону, и когда вы лежите у бассейна, там есть тоже свое такое кафе. Ну, кафе, потому что баром нельзя назвать, там алкоголя нету. Там все равно очень интересный вид. Там у вас такая зеленая зона, а вокруг такие высотные здания. В этом как бы что-то есть интересное. Видео это будет обязательно. Вот как раз аквариус полбар это называется. Вот. Фитнес-клуб у нас здесь есть, спа. И вот расписание шаттлов. Они возят в Outlet Mall и возят вот они на Ла-Мер Бич. Но я могу сказать, что расписание шаттлов может немножко меняться в зависимости от сезона. Надо смотреть на ресепшене. Но вообще они стараются всегда на пляж подстроить шаттлы под гостей. Как гости хотят, так они и сделают. Ну и вот такой вот у нас бассейн. Сзади. Вот. Сейчас мы будем смотреть видео по отелю Towers Ротана. Только это Rose New, то есть Rose Ротан. Rose New видео. Давайте сначала посмотрим просто Rose видео, а потом посмотрим вот его точно, а потом посмотрим Rose New видео.
Добрый день, дорогие гости! Добро пожаловать в Росрайхан Вайротана отель. Отель был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий отель в мире с 2009 по 2012 год и находится всего в 15 минут езды от международного аэропорта Дубай и расположен на центральной улице Шейх Заид Роад. Отель расположен всего в одной остановке метро от знаменитого здания Бурдж-Халифа, самого высокого здания в мире, и торгового центра Дубай Молл, крупнейшего торгового центра в мире. И предлагает регулярные бесплатные трансферы на пляжный клуб «Ля Мер». Идеальные условия для комфортного отдыха, приятного времяпровождения и плодотворной работы, где предлагают следующие услуги как 24 часа работает стойка консьерж и рецепция и доступ в Club Rotana Lounge, где есть отдельная стойка регистрации экспресс чек-ин и чек-аут, бесплатный завтрак, вечерние закуски и выбор напитков на протяжении всего дня, бесплатные трансферы в аэропорт и предоставление переговорных комнат. Росрайхан Вайротана предлагает широкий выбор вариантов размещения в различных категориях номеров, таких как премиум номер студия, встроенная мини-кухня и стиральная машинка. Также отель предлагает размещение семей в объединенных семейных номерах, которые идеально подходят для 4 взрослых и 2 детей. Отель предлагает также ресторан международной кухни, который находится на первом этаже и открыт на завтрак, обед и ужин, и предлагает гостям открытый буфет и меню а-ля карт. Кафе «Рус» – кафе в лобби, которое предлагает большой выбор горячих и прохладительных напитков, а также десерты и закуски на весь день. После долгого и рабочего дня отель предлагает расслабиться и воспользоваться услугами спа. Массаж и сауна всегда в вашем распоряжении. Также в отеле
расположен полностью оборудованный фитнес-клуб с современными кардио и силотренажерами, где есть также аквариус, пул-кафе, кафе у бассейна, которое предлагает безалкогольные коктейли, напитки и закуски. Забронировать номер вы всегда сможете по указанному адресу. Ну а мы с нетерпением ждем вас и всегда рады приветствовать вас в нашем отеле в скором времени. Спасибо большое. Я вот, если можно, теперь хотела второе видео показать, которое сделали после уже пандемии, да. Вот, и еще хотела обратить ваше внимание на то, что у нас здесь нет новогоднего ужина обязательного в этом отеле. Вот это видео вот самое свежее, которое мне прислали только вчера. Приветствую вас, Рошайхан Байратана отель. Приветствую вас, меня зовут Юлия Соловей, и я отвечаю за обслуживание гостей в отеле. Будучи одним из самых безопасных городов с наибольшим количеством вакцинированных жителей, Дубай открыл свои объятия и приветствует туристов со всего мира, постепенно возвращаясь до пандемической жизни. В связи с ослаблением ограничений и проведение международной всемирной выставки Экспо 2020 с огромным количеством мероприятий – это лучшее время, чтобы спланировать ваш долгожданный отпуск. Позвольте мне рассказать об изменениях, которые произошли в Росрайхан Байратана отель. Обновление лобби новым декором и освещением, а также в первую очередь лобби-кафе, где сервируют выпечку высшего качества с большим ассортиментом чая и кофе. Обновленный бассейн с новыми креслами-подушками, зонтиками, с улучшенной аудиосистемой, а также специально созданное меню для кафе «Аквариус», который находится на территории бассейна. Созданы новые категории номеров, такие как классический семейный и премиум семейный, которые идеально подходят для семей свыше 6 человек. Номера вы всегда сможете забронировать через туристические агентства России и стран СНГ. Отель расположен в самом центре, на центральной улице Шейх Заид Роад, поблизости от самого большого торгового центра в мире Дубай Молл, самого высокого здания в мире Бурдж Халифа, пляжа Ля Мер, а также других туристических достопримечательностей. Также отель предлагает бесплатный трансфер на пляж Ла Мер. Забронировать отель вы всегда сможете по указанному адресу. Ну а мы с нетерпением ждем вас и всегда рады приветствовать вас в нашем отеле в скором времени. Спасибо большое. Ну и может быть, чтобы так полностью завершить картину, можно еще показать у нас вот с высоких номеров, там есть такое видео, вот техническая поддержка, если мне поможет включить, снимали из номера туристы вид на город. Правда, это днем, и там такая небольшая дымка точно. Вот отель очень высокий, вот, и в принципе можно просто, ну, чтобы составить представление о том, какой потрясающий вид открывается из окон на море. Вот, спасибо большое. Это вот по Росрайхану все. Дальше мы с вами переходим назад, возвращаясь на презентацию, еще к нашему одному отелю, который называется Towers Ratana. Хотела только добавить, они у нас, конечно, шикарно расположены. Они находятся в самом центре Дубая, вот на Шейх Заид Роуде, напротив станции метро. Она называется бизнес-центр, по-моему, вот. Деловой центр, насколько я знаю, да. И она, можно перейти по переходу из одного отеля в другой. Если вам надо поехать... вообще, презентация будет выложена... Тут вопрос просто пришел. Будет ли презентация? Презентация будет выложена обязательно технической поддержкой, и видео тоже. И люди, которые приезжают на Экспо, конечно, это очень удобно добираться на метро. Также есть, по-моему, и от Экспо ходят шаттлы. Но... Хотела только вам сказать, что, конечно, у нас Дубай сейчас пользуется большой популярностью, и октябрь, ноябрь, конечно, достаточно тяжело, там уже с местами у нас уже
вот отель «Роза», «Райхан» и «Тауэрс» Ротана, они вообще во время, когда проводятся какие-то деловые мероприятия, у нас пользуются бешеной популярностью вот у приезжающих в Дубай. Напротив стоит тоже четверка, называется «Тауэрс» Ротана. Она, в принципе, мы раньше ее так не особо продавали на российский рынок. Сейчас у нас пришел новый генеральный директор и внес массу изменений, про которые я вам хотела как раз рассказать. Мы надеемся, что этот отель будет также привлекателен. Но, во-первых, там хорошая... Там есть... Да, на самом деле бассейн открытый, извините, тут вопрос опять попал. У нас у обоих бассейн, у обоих отелей сзади стоят как бы такие четырехэтажные здания, там находятся парковки, и на крыше находятся у них бассейны. И переходы в районе четвертого этажа, если я не ошибаюсь, прямо там на кнопочке в лифте написано «бассейн». Это нажимаете по такому стеклянному переходику, переходите и попадаете сразу в открытый бассейн. Про бассейн, который находится в Тауэрсе, у нас будет видео. Вот. Что же у нас нового в Тауэрсе в этом сезоне? Тауэрс четверка, но она полностью лицензирована алкоголем. Он находится, как я повторю, в самом центре Дубая, ровно одна станция метро до Дубай-Мола, до, также одна станция метро у нас до Поющих фонтанов, до Бурдж-Халифы, и они пустили трансферы. С 1 октября у нас ходят трансферы тоже на пляж Ламер. Вот, из этого отеля теперь. Также у нас действует всегда специальная цена в этих отелях для российского рынка и рынка СНГ. Вот такое вот лобби у нас. Но оно, знаете, все равно оно такое достаточно. Отель у нас 2007 года постройки, но какая-то реновация была. Полной не было, но косметика делается постоянно. По номерам. У нас здесь минимальный размер номера 29 квадратных метров. Но у нас в номерах здесь такие интересные есть лежанки, вот сделаны даже в классических номерах. Можно смотреть на Шейх Заяд Роуд и вообще на Дубай. В общем, достаточно красивые виды открываются. По номерам даже я могу рассказать следующее здесь. У нас классические номера и даблы, и твины – это по 29 квадратных метров. Получается, делаксы по 32. Премиум номера у них есть, они по 40 квадратных метров, классические сьюты 47 квадратных метров, делакс сьюты 54 квадратных метров у нас, family интерконнекты есть двух типов, есть Classic King с Deluxe Twin, вот, и есть еще family интерконнект Classic King плюс Deluxe Twin плюс премиум рум, то есть там 6 взрослых можно поселить, еще поставить дополнительные кровати. Вот, вот такие вот. По питанию. Они также поменяли. Теперь у нас действует новая система питания в этом отеле. По системам питания, я вам расскажу, во-первых, у нас нет здесь обязательного новогоднего ужина. Это первое. Во-вторых, по системам питания у нас есть... Но у нас здесь есть BB, конечно же, также есть Halfboard и Halfboard Plus, потому что этот отель полностью лицензирован алкоголем. Мало того, тут есть еще такая, как называется, самая длинная барная стойка на Ближнем Востоке. Здесь 5 ресторанов и баров. Вот театр – это такой у нас, знаете, фьюжн интернациональной кухни. Это не ресторан-буфет. Вот. Но он, у нас здесь система питания есть Halfboard и Halfboard Plus. Если вы берете плюс, то там либо 2 бокала вина, пива и безалкогольные напитки. Ну и, соответственно, Full Board и Full Board Plus тоже. Но это питание только в основном ресторане. А еще у нас есть Full Board и Halfboard Dine Around. Вот если вы берете Dine Around, то, соответственно, все у нас, получается, рестораны включены. Вот театр – это у нас ресторан такой, но он а-ла-карт. Основной ресторан у нас здесь называется Flavors for Two, если я не ошибаюсь. Вот. И еще у нас здесь в этом отеле, в подвале, находится бар, который называется Long's Bar, самой длинной барной стойкой на Ближнем Востоке. Тут у нас есть живая музыка, джазовая программа проходит. Вот и Flavors for Two, вот. Это основной ресторан-буфет. Здесь тоже очень хорошее меню. Также у нас есть бар у бассейна. Вот, и он тоже сервирует алкогольные напитки, потому что здесь ограничений по алкоголю нет. У нас у этих двух отелей перекрестная запись счетов. То есть, допустим, даже если вы проживаете в Роуз, вот, вы можете пойти в Тауэрс и записать себе на счет. Но единственное, что записать на счет можно только, если вы оставили депозит. У нас сейчас такая система, что касается депозитов.
Вот, имеется ли острая пицца и для детей? Вообще пицца у нас всегда есть во всех обычно отелях, но если есть итальянский ресторан, у нас еще есть рум-сервис, вот пицца всегда у нас есть. А пища? Нет, пища не острая. У нас основной ресторан всегда интернациональная пища. У нас никогда острой пищи, то есть там есть какие-то specialties, но всегда основной ресторан – это интернациональная пища, интернациональная кухня. Вот. Хотела только сказать, что по поводу депозитов. У нас сейчас, вот, допустим, в Аваже, если вы проживаете на All-Inclusive, депозит вообще не берут. Во всех наших ресторанах можно депозит не оставлять. Ну, потому что сейчас в связи с коронавирусом у нас нету ограничений, то есть мини-бар убрали. К сожалению, нельзя мини-бар держать в номере, потому что считается, что вам надо заказывать все, потому что иначе, если кто-то трогал эти бутылочки, это может стать переносчиком заразы. Также во многих отелях сейчас у нас тапочки и халаты тоже не лежат в номере. Опять-таки, это ограничение по ковиду. То есть они есть, но их надо просить, они бесплатно. Потому что если вдруг предыдущие гости ими не пользовались, вот не распечатали, но кто-то трогал, уже считается, что не имеют права оставлять для следующих гостей. После выезда гостей номер полностью обрабатывается, дезинфицируется и опечатывается. И вы заходите в номер, у вас такая синенькой бумажечкой запечатана дверь, то есть до вас номер прошел полную обработку. Не только белье поменяли, там постирали со специальным полотенцем, но еще обработали все диваны, занавески. То есть это все делается для того, чтобы вот, как вот этим ковидным ограничением. Помимо этого у нас везде дезинфекторы. Посуда у нас, к сожалению, тоже сейчас, допустим, если для чая, кофе, у нас ставят одноразовые стаканчики, они достаточно хорошие, но считается, что на всякий случай надо либо мыть, либо менять. То есть у нас вот такие вот ограничения сейчас. Но тем не менее, если вы знаете, Дубай и Эмираты вообще одна из самых безопасных стран, у них очень сильное ограничение по коронавирусу, и ваши гости могут чувствовать себя совершенно спокойно. Здесь они очень строго, достаточно строго все соблюдают. А, в ресторанах то нет, вот в ресторанах не одноразовая, конечно же, в ресторанах посуда нормальная. Одноразовые стаканчики у нас стоят в некоторых отелях, допустим, они такие, не просто, они такие хорошие, картонные, знаете, это не просто одноразовый стаканчик, а он такой хороший, как бы чашка из картона, с таким, чтобы не было горячо, с крышечкой для чая и кофе. Но, опять-таки, это не во всех отелях, но вам некоторые отели поставили, потому что не имеют права они эту посуду, либо они должны все это переставлять, дезинфицировать и новым гостям заново все ставить. Какие у нас еще есть новости? Ну, часть новостей я уже сказала. О том, что у нас 4 ежедневных трансфера есть в Дубай Молл. То есть у нас 4 раза трансферы ходят в Дубай Молл и на пляж Ламер. Там получается 2 в Дубай Молл, 2 на пляж Ламер. Также для пользования пляжем отель выдает сумку с полотенцами. Это бесплатно. Вот. Ну и про новогодний ужин я вам, конечно же, уже сказала. Вот по поводу полупансиона описание вот здесь вот есть, но можно скачать эту презентацию. Также я вам сказала, что у нас здесь есть еще система Dine Around. Если кто-то хочет пользоваться всеми ресторанами, потому что ресторан, вот, то есть такой а-ла-карты, они достаточно хорошие. Вот. И если вы берете Dine Around, то там неограниченное количество алкогольных напитков. Где спит ребенок при бронировании Classic Room? В Classic Room у нас, по-моему, здесь не ставится доп. Кровать, потому что, к сожалению, очень маленький размер номера, 29 квадратных метров. Сюда у нас ставится доп. Кровать только при размере номера свыше 35 квадратных метров, поэтому он спит с родителями. Если вы хотите, чтобы была доп. Кровать, то надо брать более высокую систему, то есть более высокую категорию номера. Но обычно мы всегда в контрактах прописываем, где какая доп. Кровать, где сколько доп. Кровати ставится, и вы у всех туроператоров можете это посмотреть. Софа, знаете как, я вам честно скажу, иногда у нас в некоторых отелях есть софа, но она узкая, она 90 сантиметров, то есть, ну, 80 даже. Считается, если вы хотите положить ребенка на софу и готовы, если софа в номере есть, то можно, это бесплатно, это они делают. Но вообще, как бы, у нас доп. Кровать ставится, это не такая, как бы, раскладывающей софы здесь нету, здесь просто в некоторых категориях номера есть софа. Вот. Но мы ее не предлагаем для размещения детей. Если вы хотите положить ребенка, вам бесплатно дадут белье, это не проблема. Вот. Но вообще, если вы заказываете дополнительную кровать для ребенка, то она такого же размера, как для взрослого, она будет 1,80 м на 90 см, такая хорошая раскладушка с большим матрасом, то есть такая полноценная кровать будет.
Если детей 4-7, дети, один инфант. Ну, знаете, тут надо смотреть, надо брать номер. Если 4-7 и еще один инфант, то можно брать вот этот 2+2+ инфант, селим. Но надо, чтобы размер номера был свыше 35 квадратных метров, чтобы одну дубкровать допускал. С одной дубкроватью можно разместить. Понимаете, тут вопрос такой сложный на самом деле. Это надо смотреть. Есть люди, которые говорят, ну, знаете, дети до 12 лет бывают разные, бывают маленькие, их можно положить с собой. Потом у нас, если кинг, там, кровать, то это 2 метра. Может, родители небольшие, ребенок уместит. Бывает так, что до 12 лет ребенок большой. У нас и родители говорят, нам неудобно, как бы, понимаете. Тут уже... А есть люди, которые наоборот говорят, мы хотим, нам не нужна кровать. Мы совершенно спокойно спим там втроем на одной кровати. Это очень сильно зависит от того, чего хотят как бы клиенты. Надо вот у них выяснить, готовы ли они спать с ребенком. Но у нас, я вам хочу сказать, во всех контрактах всегда прописано, какое количество кровать будет предоставлено дополнительных. Поскольку они бесплатные, у нас всегда у всех туроператоров это все можно посмотреть. Если у кого-то вопросы, можно написать мне, там будут в конце мои контакты, и я выясню, и вам обязательно напишу. Так, дальше мы с вами смотрим. По-моему, это все, что я... Да, ну, у нас есть фитнес-клуб, конечно же, здесь. Вот бассейн, ну и здесь у нас митинг-комнаты, я на них просто не останавливаюсь сейчас, да. И прежде чем мы перейдем к отелю Джумейр Ротана, давайте мы посмотрим, у нас видео как раз есть про бассейн Таурс Ротана, просто чтобы вы имели представление о том, там, несмотря на то, что город, знаете, такой, казалось бы, самое сердце Дубая, у бассейна все равно создается такая очень хорошая атмосфера, допустим, пляж. У нас бассейны в городских отелях работают до 10 вечера, и там всегда очень приятно вечером полежать. Точно, вот это видео. Спасибо огромной технической поддержке. Да. Спасибо вам большое, что вы меня напомнили про микрофон. Я забыла включить, извините. Осталось 5 минут, я просто начала немножко спешить. Мне надо рассказать вам про отель Джумейр Ротана, и надо успеть разыграть ваучер. Джумейр Ротана не надо путать с сетью Джумейра. Это совершенно другое. Джумейра, у них H на конце, и они, конечно, очень высокого сегмента отель. Джумейр Ротана четверка, полностью отреновированная в 2016 году. Стоит она у нас в районе Бурдубай. Вот, там такая улица есть, Аль-Дияф, маленький отель, 125 номеров, все равно, но очень уютный, и у нас очень много возвращающихся гостей, там 7 минут пешком до пляжа Ла-Мер. Вот, здесь номера у нас всего 125 номеров, они, по-моему, от 40 квадратных метров, если я не ошибаюсь, да, от 40 квадратных метров, очень хороший сервис, бассейн на крыше, вот, и тоже пользуются такой, и у них здесь тоже система питания есть, half-board, full-board и, по-моему, даже all-inclusive, очень известный бар, Boston Bar у них здесь есть, вот, в общем, он как бы, несмотря на то, что там улица такая живая, оживленная, вокруг много магазинов, он стоит как бы немножко во дворе, и получается, что достаточно в тихой зоне, вот этот бар, Boston Bar, очень популярное место, все в районе, сюда все приходят посмотреть матчи, послушать музыку, вот. В общем-то, это все, что я хотела. Фитнес-клуб у нас, конечно, есть с такими потрясающими видами. И бассейн. Вот, это все, что я хотела вам рассказать. И спа у нас тоже тут есть. Так, вот. Тогда эти отели пролистаю. Медиа Ротана. И про них я в прошлый раз рассказывала. Мы сейчас... Вот здесь мои контакты. Но прежде чем я закончу вебинар, я вам хочу сказать, что мы сейчас разыграем ваучер в Rolls Райхан. На 3 ночи. Единственное, что он будет действителен в 2022 году. Потому что сейчас, к сожалению, у нас из-за Экспо достаточно загружен отель. Вот. И тот, кто выиграет, сможет в следующем году съездить. Но единственное, что вопрос у меня, может быть, будет не по Rolls Райхану. Сейчас этот ваучер на 3 ночи на двоих.
до конца экспо. Знаете, он, к сожалению, не будет действителен по нему на экспо. У нас, я вам честно скажу, уже вот эти городские отели достаточно плотно на экспо забронированы. Они не дадут. Вы можете там после, вот когда экспо закончится, можно будет съездить по нему. Потому что там уже у нас там в стопах стоит, ну, там я так посмотрела, там уже достаточно много периодов, которые просто глухой стоп стоит, особенно в городских отелях, вот. У нас только, по-моему, сейчас там достаточно хорошо так продалось, они как-то сами не ожидали, вот. До конца экспо нет, вот как раз пока экспо не закончится, к сожалению, не будет действовать. Но, тем не менее, этот ваучер у нас получит тот, кто сейчас напишет, сколько у нас номеров с балконами в отеле Амваш-Ратана? Амваш-Ратана, сколько у нас номеров с балконами? Вот я уже вижу ответы правильные. Спасибо вам большое, коллеги. Я, к сожалению, не буду называть сейчас победителя, потому что очень сложно ошибиться в этой ленте. Мне очень приятно было с вами опять пообщаться. Спасибо огромное за ваше активное участие. Я победителю обязательно отправлю ваучер на почту. Вот, сейчас у нас будет 3 минуты перерыва. Всем желаю хорошего сезона. И мне надо через 5-4 минуты я расскажу вам про Абу-Даби. Поэтому спасибо вам огромное. Все три, да, на самом деле все 301. У нас 301 номер, все с балконами там. Спасибо вам большое, всем хорошего сезона. И кому интересно Абу-Даби, жду вас на линии через 4 минуты, только, наверное, по другой ссылке. Спасибо вам огромное. Вот мои контакты, как раз если что, можно эту презентацию скачать. По любым вопросам буду рада ответить.